Председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей Тимур Кулибаев предлагает приостановить массовый снос торговых рынков в Казахстане, сообщает Тенгриньюс со ссылкой на Департамент по связям с общественностью палаты. Вопросы реформирования рынков были рассмотрены на расширенном заседании комитета НПП. В частности, обсуждалось состояние базаров Алматы, где, как известно, после нескольких крупных пожаров ситуация обострилась. Торговцы даже обвинили власти мегаполиса в намеренной политике по зачистке неугодных рынков. И вот теперь в НПП предлагают приостановить снос до принятия комплексного плана. Давайте обратимся с соответствующим письмом в правительство страны с просьбой приостановить массовый снос и закрытие рынков до принятия комплексного плана модернизации и строительства торговых объектов, которые будут построены в период моратория на снос. Мы должны действовать с учетом интересов трех сторон – покупателя, бизнесмена и госорганов. Национальная палата должна вынести на обсуждение конкретные предложения по стабилизации ситуации с торговыми рынками. Необходимо разработать комплексный план модернизации и строительства торговых объектов в разрезе регионов. Утвержденным бюджетом его исполнения и приступить к конструктивной работе бизнеса, правительства и акиматов. Настало время системных решений.